Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Великая брехня об Ермаке». Значит, множество роликов появилось, множество людей стали приплетать Ермака к евреям, стали приплетать донских казаков к евреям. Значит, давайте-ка чуть-чуть маленько разберемся, как все это дело получилось. Значит, вот открыл я вот так Ермак Тимофеевич, и во многих, значит, роликах приводят именно вот эту вот, вот эту картину Ермака, значит, где и на самом деле жид-жидом, пучеглазый, с черной бородой, и точно скажет, что это еврей. Так, значит, давайте я вам покажу одну штуку, чтобы вам понятно было дело, откуда ветер дует. Значит, есть вот такая вот штука, называется ремезовская летопись. Сейчас далее я вам эти самые вот картинки покажу, ссылку я вам оставлю, смотрите. Картинки очень интересные, есть тут такие места, как бы сказать, даже фантастические. Значит, картинок вот этих много. Есть вот здесь вот краткая сибирская летопись, кунгурская. Можете все это дело прочитать и посмотреть. Картинки интересные, есть интересные места. Ну, давайте сначала я вам кое-что покажу. Значит, об этом самом Ермаке мы знаем из ремезовской летописи и кунгурской. Давайте, значит, кое-что вам покажу для начала. Как все это дело писалось. Это, значит, из Википедии зачитываю. Известно два списка летописей. Первый – оригинал, бывший у Петра Федоровича Мировича. Обратите внимание на фамилию. А затем перешедший в бан. Второй был скопирован для Г.Ф. Миллера, который ее и открыл. То есть, ребята, вам понятно теперь, откуда вся история об Ермаке взялась и кто все это дело продвигал. Давайте, значит, вам еще кое-что тут по ходу покажу интересное об этом самом Ермаке и об этом самом Ремезове. Значит, читаю. Сохранилось описание внешности Ермака, приведенное Семеном Ульяновичем Ремезовым. В его ремезовском летописце конца 17 века, согласно С.У. Ремезову, отец которого казачий сотник, Ульян Моисеевич Ремезов. Ребята, вы поняли, да? Как они ловко-то, блин, Моисеевичи-то казаками становятся. Знал лично выживших участников похода Ермака. Знаменитый атаман был. Вот, значит, ребята, этот самый Ремезов и этот самый Миллер забабахали такую вот интересную историю про Ермака, по которой сейчас все, значит, вычисляют, что это, значит, вот, где он тут, сейчас я вам покажу. Ермак Тимофеевич, вот такой он, значит, был. Давайте, значит, маленечко посмотрим другие картинки Ермака. А, значит, расскажу вам интересную штуку. Мой отец, значит, донской казак, 30 километров он родился от Шолохова, от станицы Вешенской. Станица, значит, родина нашего рода, станица Шумилинская. Он, значит, когда увидел, как этот переснял Тихий Дон,
как его, елки-палки, забыл уже. Ну, наш этот знаменитый режиссер переснял «Тихий дон» и набрал, значит, этих итальянцев туда для съемок. Ну и, значит, когда батя увидел это кино, переснятое про «Тихий дон», вот такие его слова были. Значит, извините, пожалуйста, за то, что сейчас скажу, но я вам перевожу его слова дословно. Так он где, ёб твою мать, этих цыган набрал? То есть, понимаете, даже моего отца удивило, что эти итальянцы, ну они в натуре как цыгане. Вот такие, значит, дела. Так, давайте, значит, другие картиночки посмотрим, как Ермака рисовали. Есть, значит, рисунки, где он нормальный русский, вот такой вот мужик. Причем, что интересно, рисуют его по-разному. И как его, бедного этого Ермака, только не рисовали. Где-то я вот сейчас, вот когда искал, даже видел, где-то там есть китаец. Ё-моё, блин. Так, вот такие вот. Сами посмотрите, кому интересно. Здесь вот вообще так... Моисеевич в самом деле. Вот такая, значит, интересная, ребята, история получается. Давайте, значит, вернемся вот сюда, к летописи Кремезовской. Рисунки, значит, вот эти. Есть, значит, здесь интересные рисунки, и что мне, значит, попалось на глаза? Кучум. Царь Кучум. Значит, рисуют этого самого царя Кучума с нормальной русской рожей, с нормальной русской бородой. Понимаете, да? Но нам говорят, что этот самый Кучум, он там, значит, там киргиз или кто он, киргиз кайсак. Но интересное дело. В одной книжке, ребята, я обнаружил, значит, книжку не нашел, вы меня извините, очень много книг просматриваю, поэтому иногда даже не запоминаю, в какой книге, или по лени, или по забывчивости забыл я, значит, ссылочку сделать на эту книжку. Ну, я вас не обманываю, сами знаете, я всегда все показываю, то, что нашел. Я ничего не выдумываю. И, значит, там пишется про этого самого Кучума. Значит, этот самый Кучум был царем, там сидел он в Тюмени там или где-то, и написано. Но был он царем государства казацкого, ребята. Я думаю, ничего себе, значит. А, был он кайсак государства казацкого. Понимаете, в чем дело? И вот тут вот, когда я вот тут вот смотрю, я, значит, понимаю, что этот самый Кучум, получается, он был русский мужик, ребята. Так, а далее, значит, просматриваю. Так, ну ладно, сейчас мы дойдем до этого сам. О! Царь Кучум! Обратите внимание, ребята, с домочадцами. Вот такие нормальные русские женщины с нормальными русскими лицами. Обратите внимание, нормальный русский мужик с нормальной русской бородой, с русской короной. Вот так вот выглядел царь Кучум. Понимаете, да, в чем дело? То есть получается, что этот самый Ермак, который вовсе не Ермак, если мы возьмем за правду вот эти вот картины, которые, где он там выглядит как жид, то есть он пришел и разбабахал казацкое государство, где правил казацкий царь Кучум. Понимаете, да? И тут, ребята, в подтверждении своих слов, понимаете, информация накапливается в голове. Где-то я читаю все подряд, потому что даже пускай это
Одна фраза. И эти фразы, эти слова слаживаются в предложение, а предложение слаживается в общую картину, понимаете? И вот, значит, попадается мне такая вот книжечка. Это, значит, путешествие. Ах, ё-моё. А, я вам даже сейчас покажу, потому что в этой книжке очень интересная. Нашел я штучку. Путешествие Ея Императорского Величества в полуденный край России. Предприемлемое в 1787 году, ребята. Поняли, да? А напечатано в гордом училище в 1786 году. То есть в 86-м его напечатали, а поехал он у путешествия в 87-м году, ребята. Вот так вот, значит, могут они, императоры, им что там, расплюнуть. Так, теперь давайте, значит, вот так. Описание путешествия Ее Императорского Величества в полуденный край России. И, значит, пошло-поехало тут, откуда он выехал, там, значит, откуда он с этого Санкт-Петербурга выехал, и попёр он, значит, там, вот, и все города вот тут, вот, ребята, значит, ссылку вам оставлю, читайте, очень интересно, тут немного, значит, читать, но, и, что интересно, ребята, здесь упоминается крепостя Звёзды, понимаете? И здесь описано, что он в этих крепостях останавливался. То есть в 1787 году они были целые, ребята. А потом они раз и куда-то исчезли. Ну, вы знаете, что у меня есть такая версия, что потоп случился. Потоп или катастрофа какая-то глобальная случился в 1793 году. Поэтому я так думаю, вот это все и получилось, что эти крепости исчезли. Так, ну ладно, сейчас давайте до 9 страницы, и я вам прочитаю интересную штуку, которая как бы подтверждает мою версию, что это не... Конечно, это были, наверное, казаки, но вы меня извините, если взяли ублюдков из тюрем, убийц, насильников и просто сволочей, одели в армию, значит, эти добробаты на Украине, то это не значит, что это украинцы, это ублюдки, понимаете, да? Так, вот, читаю. В 1582 году, то есть как раз это Ермак, 83-й его грохнули там, утонул он или что там с ним случилось на самом деле. В 1582 году мира по силе Коева Паки присоединен к России. Город, значит, там какой-то, деревья, что ли, Заполье. В 1611 году был разорен и выжжен литовцами, помогающему Лжедмитрию. И стоял 9 лет пуст. Наконец, при царе Михаиле Федоровиче населен яицкими и донскими казаками, ребята. Кои за некоторые преступления вместо наказания были посланы в походы на Польшу и под Ригу, где за оказанную верную службу прощены, и тем, кои не захотели возвратиться в свои жилища. А теперь, ребята, задайте себе вопрос, а как, почему это эти самые казаки не захотели возвращаться домой на Дон и на Яик, а? Ребята, а не потому ли, что они боялись, что их там просто грохнут, потому что они шли против этого самого Кучума, который был такой же самый, как он, как они, да еще и тем более царь государства казацкого, ребята. Вот такая вот, ребята, история получается. Давайте теперь, значит, посмотрим, вот, вот так вот выглядит герб воинско-донского. Олень, проткнутый стрелою. Обратите внимание, есть где-то я встречал, сейчас шариться не стал, что именно Пугачев
Ой, так, или Разин, или Пугачев, точно вот уже не помню, но они шли именно вот с таким флагом, с оленем, проткнутым стрелою. Давайте теперь посмотрим, с каким флагом шел этот самый Ермак, который вовсе нам не Ермак. Вот, ребята, лев и единорог на знамени Ермака, бывшим с ним при покорении Сибири 1581-82. Давайте теперь, ребята, посмотрим, а что же это за герб такой, вот этот вот самый вот, ё-моё, носорог этот. Единорог, ёлки-палки. А вот он, ребята, Британия. Обратите внимание, вот он вам, единорог. А вот он вам, лев. Понятно вам, ребята, да? Вот такая вот интересная история, ребята, получается. А давайте теперь посмотрим, похож ли вот этот самый Ермак, как его рисовали, хрен знает кто, Миллеры, эти Шлёцеры, Байеры и Ремезовы в придачу, с тем видом, как его рисовали сами донские казаки. Нашел я, ребята, вот такую интересную картину. Хоба! 100 рублей. 1918 год. Настоящий денежный знак выпущен Ростовской-на-Дону конторой Государственного банка и имеет хождение наравне с государственными кредитными билетами. А теперь посмотрите, ребята, похож вот этот вот самый Ермак, вот, донской казак, Ермак Тимофеевич, на того жидове, которого нам показывают. Где он, ее перный театр? Обратите внимание, похож, ребята? Конечно, не похож. Это разные, ребята, люди. То есть они взяли, написали одну историю, подогнали одного человека под другого, и ихнее дело, ребята, посеять рознь между нашими народами на любой теме, назвать казаков жидами, пожалуйста, плоская земля или круглая, пожалуйста, на любой теме нужно разжечь рознь, понимаете? Вот такая вот, ребята, интересная история получается. Вот, значит, интересные вот эти вот такие картинки из этой самой летописи. Смотрите, листайте. Есть даже тут невероятные такие дела. Так, сейчас дойду. Причем интересное дело, ребята, вот здесь вот эти самые казаки выглядят как римские солдаты. Посмотрите. Что-то как-то не очень они на казаков-то похожи. Обратите внимание. То есть, а вы скажете, что этот самый художник, который вот тут рисовал, он нарисовал, значит, этого самого Кучума, потому что он не умел рисовать, значит, этих татар там или китайцев. Не, ребята, умел, вот они. Прекрасно они у него получаются, и татары там, и все как хочешь. Нормально он все рисует. Причем, ребята, интересное дело. Показывают, здесь есть рисунок взятия Тюмени, но Тюмень выглядит с церквями и с крестами православными. Ребята, вот такое вот интересное дело получается. Нужно разбираться, обратите внимание, среди бойни вот такой вот ангел стоит. Там есть, значит, еще круче, сейчас буду листать, вам покажу. Еще круче есть рисунки.
Так, поехали дальше. Вот такие вот. Рисунки. Оставлю, значит, вот эту ссылку. Там далее вы можете даже саму эту летопись посмотреть. Может быть, кто-нибудь что-нибудь интересное найдет. Здесь, значит, сейчас я вам покажу. Интересно, зашли они в Тюмень. А в Тюмени стоят не идолы даже, ребята. Я даже не знаю, как их назвать. На вроде статуи римских, понимаете, какой-то там бог, кому они на тот момент поклонялись. Как эту летопись, я даже не знаю, как ее воспринимать, понимаете? Вранье на вранье, обратите внимание, вот значит, сам бог прилетел с ангелочками. Опять римляне, которые якобы казаки. Может, даже это вообще и не про Ермака вообще. Может быть, она и настоящая, вот эта летопись. Может быть, и рисунки эти настоящие. Но, может быть, они даже и не об Ермаке. А черт его знает о ком. То есть вы поняли, что Миллер может конкретно все запутать, переписать. Это расплюнуть. Мы до сих пор разгрести не можем, что эти три мужика, Миллер, Шлёцер и этот Гёссер, Байер, нам накалякали. Так. Надо, чтобы много, ребята, нас было таких интересующихся, тогда мы разберемся. Каждый надо читать, понимаете, все книги надо читать. Даже пускай мы знаем, что это вранье, но какое-нибудь всего лишь одно слово да всплывет. Я скажу одно слово, вы скажете одно слово, кто-то фразу где-то нашел. О, ребята, смотрите. Видение христианского града татарам. То есть, понимаете, мы не знаем, что это было описано, но нам говорят, что это видение христианского града татарам, понимаете? И мы думаем, да, ну рисунок же есть, точно, значит, это видение такое или еще что-нибудь. Бой казаков с кучумлянами у засеки возле Атинского городка. О, ребята, обратите внимание, моление кучумлян кумирам, но спали боги их. Обратите внимание, какой-то статуй стоит. То есть он нарисовал там не как у хантов, там бревно какое-то вырезанное. Он там, я не знаю, нарисовал не камень какой-то, кому они там поклонялись. Или он мог там вообще этих кучумлян унизить там. Я не знаю, дереву, яблоку там или еще чему-нибудь они. Не, он нарисовал, ребята, статуй, понимаете? Вот в чем дело. Архангелы прилетели. Ночь, ночное видение царю Кучуму об изгнании его с земли Господней. Это значит, сам Кучум рассказывал, что ангелы прилетели, значит, вот это какие они тут, христианские или православные. И с его и слов, значит, зарисовали, что это были именно вот такие ангелы. Понимаете, ребята? То есть, точно сказать, было это или не было, мы не можем. Это просто, я не знаю, что там, на что Миллер сподобился. Демьянский князь-бояр с дарами Ермаку. То есть, обратите внимание, есть рисунки, где Ермак
И эти самые бояры, там, кучумляне, да вот эти вот, они одеты, главное, одинаково, понимаете, ребята, в чем дело? Похороны погибших казаков на царском кладбище в Саусканском мысу. Яксалбинские князьки Ишбердей и Суклем с дарами у Ермака. А обратите внимание, Ермак, значит, уже сидит в нормальных этих, с колоннами. Обратите внимание, ни в избе, ни в палатке, а он нарисовал именно где-то городское какое-то здание, там, я не знаю, палаты. Так, Ермак диктует послание о победе над Кучумом царю Ивану Васильевичу. Посольство Ермака с проводником князем Ишбердеем. Посольство Ермака вручает отписку царю Ивану Васильевичу. Вручение казакам царских подарков. Ермак получает царскую грамоту и дары. О, он тут, смотрите, вот тут все он. О, довольный, значит, этот самый Ермак, который вовсе не Ермак. Так, много-много сейчас ничего интересного покажу. Еще круче, ребята. Стоят воины, казаки там или кто, и бах, среди этих воинов Ной, Хам, Иофет и Сим. Ёперный театр, о чем вообще эта летопись, понимаете, что это было? Что тут описывают? Бегство казаков из Сибири через камень в Русь. Через камень это имеется в виду через горы Уральские. Битва Сейдяка Бекбулатова с сыном Кучума Алеем за город Кашлык. Вот так, если бы не написали, кто с кем, да тут а вот черт ногу словим, кто тут с кем бьется, тут черт его знает, они все одинаковые. О, татарин Якыш Бегишев, внук, вытаскивает из тела тело Ермака. И ноги у него почему-то связаны у Ермака. Опа, а что там у него нарисовано-то на груди? Двуглавый орел, ребята, нарисован. Так, татары вонзают стрелы в мертвое тело Ермака. Так, ну ладно, ребята, ролик затянулся. Спасибо за внимание, читайте, ссылки оставляю, подписывайтесь на канал, буду показывать вам много интересных документов. До свидания.